Это утро 25 мая для выпускников 9 классов школы номер 6 начинается в 9 утра. Встречайте, 9 А-класс. Это очаровательные юноши и девушки, неисправимые оптимисты. Школьный звонок большинство из них слышит в последний раз. И вроде бы праздник, и вроде бы радостно, что пройден первый важный жизненный этап. Однако на глазах почему-то слезы. Ну, то, что я перестаю учиться в школе, для меня это как бы, ну как сказать, я в принципе с легкостью ухожу, но я, конечно, буду очень скучать по своим одноклассникам, по параллельным классам, ну, по многим. Погода не подвела, солнечно, и уже по-летнему начинает припекать. Вместе отпраздновать и напутствовать выпускников приехал и глава округа Александр Гнедых. Он уверяет ребят, не надо ничего бояться. Какой сегодня замечательный день. Смотрите, какая природа. Солнце светит, ясное небо. Потому что сегодня большой праздник. Но наступают волнительные моменты, конечно, для наших девятиклассников. Им предстоит сдавать экзамены. Ну, наверное, это вот такой первый этап школьный, который, конечно же, мы все вместе благополучно преодолеем. Здесь же с выпускниками на последнем звонке и те, кто только заканчивают первый класс. Для них дорога к последнему звонку еще далека. Мы на вас, вы все дяди, тети, взрослые. И сегодня первый класс говорит, какие взрослые. А вот в 11-й школе выпускали помимо девятиклассников и те, кто учился 11 лет. Среди учащихся 11 классов призеры регионального и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В программе последнего звонка было и вручение некоторым школьникам удостоверений юнармейцев. Уже завтра эти школьники станут студентами средних и высших учебных заведений нашей страны, а послезавтра взрослыми людьми, кто будет устраивать наше будущее. Мы всегда гордимся вами. Вы наша смена. И ветераны просили меня передать вам слова приветствия и пожелания доброго пути в жизни. Хотелось бы пожелать выпускникам успешно сдать экзамены, а молодым продолжать учебу. Праздником вас, дорогие товарищи! Понятно, что последний звонок – это и горький праздник для преподавателей. С некоторыми ребятами учителя провозились не год и не два, уже как родные. Но теперь пришло время расставаться. Мы, классные руководители, встречали вас и говорили: «Здравствуйте, дети!» Мы принимали вас в большую школьную жизнь. Прошли годы, и вот сегодня опять на нашем школьном дворе погожий майский денек. Мы должны сказать вам до свидания, дети. Как всегда, ярко и красочно провели последний звонок в лицее номер 3. Это образовательное учреждение, флагман нашего школьного образования, и за них говорят результаты учеников. Образовательный комплекс лицей номер 3. Такого рода единственный в области. И я с радостью докладываю вам, уважаемый Александр Викторович, всем гостям, что наш корабль под названием «Образовательный комплекс и лицей номер 3» идет верным курсом на удачу. Об этом говорят и то, что из 54 выпускников 21 претендует на медаль. Большинство ребят уже определились со своим будущим. И это хорошо, когда молодой человек знает, чего он хочет. Я буду поступать в Санкт-Петербургский государственный университет на химфак. И в дальнейшем хочу разрабатывать таблетки, грубо говоря, в фармацевтической индустрии работать, именно быть химиком, вот чисто практиковаться. Мне это интересно. Всего в этом году в Старомосколе выпустились из родных школ более 2000 девятиклассников и почти 900 одиннадцатиклассников.